Сегодня мы поговорим о новом электрическом триммере Hutter, который я недавно испытал. Этот компактный помощник предназначен для поддержания порядка на твоем участке, а его мощность и удобство использования впечатляют с первых минут работы. В течение последней недели я тестировал его на различные растительности, и вот мои выводы. Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот триммер, его внешний вид и компактные размеры. Весит он всего 6,4 килограмма, что делает его удобным для переноски и хранения. А теперь о приятном бонусе. В описании под этим видео ты найдешь ссылки на проверенные магазины, где можно приобрести этот триммер, а также специальный скидочный промокод. Это даст тебе возможность совершить выгодную покупку, так что не пропусти. Электрический триммер, который я тестирую, обладает отличными техническими характеристиками, идеально подходящими для ухода за садом. Ширина кошения составляет 42 см, что позволяет обрабатывать довольно большие площади за один проход. Мощность устройства 1500 Вт, обеспечивающая высокую производительность и эффективность работы. Скорость вращения лески достигает 8000 оборотов в минуту, что делает скашивание травы быстрым и чистым даже в труднодоступных местах, таких как углы заборов или возле клумб. Диаметр используемой нейлоновой лески 2 мм, что является оптимальным для большинства видов травы. Важно помнить, что не рекомендуется использовать триммер во время или сразу после дождя, поскольку влага может навредить электрическим компонентам устройства. Этот триммер – отличный выбор для тех, кто ищет надежное и эффективное средство для ухода за газоном. Внимательно изучив отзывы владельцев, я выделил основные плюсы и минусы этого триммера. Минусы. Комплектная леска слабовата. Плюсы. Ручка вертолетного типа. Возможность установки ножа. Отлично косит вплоть до земли. Не перегревается. Удобная эргономичная ручка. Достаточная мощность для скашивания. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео. Там ты найдешь ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Также буду рад услышать твое мнение об этом триммере в комментариях. Если тебе понравился обзор и ты хочешь увидеть больше подобного контента, подписывайся на канал и ставь лайк. До новых встреч!